Папа, а у тебя были приключения в детстве? Конечно, каждый день какое-то приключение. В этот необычный день... Это же твой день рождения. Будем делать все, что ты захочешь. Я хочу крутой праздничный торт. Это же мед для моего торта. Это катастрофа. Значит, нам придется добыть немного меда. Произошло невероятное исчезновение. Эй, нам нужен мед для нашего торта. Очень странно, ни капли. В Золотом крае меда полным-полно. Так что я собрался лететь туда. Если там столько меда, зачем работать? Там, наверное, просто рай. А ты знаешь, как туда попасть? Я слышал, что надо добраться до края леса. И добраться туда, где солнце растворяется в своем отражении. Мы идем в Золотой край искать приключения. Сегодня ты получишь крутейший медовый торт. Слово папы. Ты лучший в мире, папа. Все ради тебя. Мишки-обнимашки.